Короче, друзья, через 2 часа у нас должен стартовать спидран. Но на улице... На улице ливень. Ну, конечно. Душные типы еще тут будут сейчас. Придут. Здесь там двое. Мылом, да, намазываем? А вот и Растик. Кто-то просто прыгает. Димон, Валера готовит трассу, да, для забега? Да. Это пути обхода? Кто-то вон там вдалеке разминается. Кто-то уже перетренил, да, некто? Вон, пацаны готовятся побеждать. Ответственная разминка. Атлетик и по футболке. Да что ты будешь делать? Я? Снимать? А ты? Ты чё? Калич. Чё, Растик, давай, я на тебя ставлю. Спидран. Ты что, я проиграю, ставишь? Не. Должен показать, что Казань. Еще кто-то прыгает, кроме меня. Друзья, 15-минутная готовность. Ведь мы занимаемся паркуром, ребята. Сегодня 21 год, 2021 года. Мы не расстраиваемся, без этого разминаемся. Все только начинается. Совсем скоро мы начнем. Осталось совсем чуть-чуть. Объяснить вам, какая будет квалификационная трасса, какие особенности, чтобы вы показали свое лучшее выступление. Пожалуйста, все зарегистрированные участники, подходим к главному судье соревнований, к Валерии Осипову из города Санкт-Петербурга. У нас здесь много-много городов России собралось. У нас проходят соревнования в рамках Всероссийской недели паркура. Сейчас внимательно посмотрите маршрут, и у вас будет ровно 5 минут на то, чтобы по нему пробежать, посмотреть моменты. Ребята, готовятся. 4 минуты осталось до начала забега. Ты участвуешь? Да. Как тебе трасса? Да, напомню, обязательно, ребят. Дай шуму поддержать наших ребят. Они покажут свои лучшие выступления. Давайте, давайте, поддержим. Первая точка есть. Отлично. Пробежал очень быстро. Вторая точка. Возвращается обратно и... Раз, два, три, четыре. Совсем чуть-чуть осталось. Все. Поехал. Участник. Ничего страшного. Сегодня с погодными условиями. Желаю быть лучше, но мы не отчаиваемся. Вот это да, прям сверху пробежал он. Раз, два, три, четыре. И раз. Хорошо. И стартану. Хорошо, вот это скорость, да? Так. Я просто не успеваю смотреть за ним. Вот это да. И он уже стартанул, а? Я не успел посмотреть. Раз, два, хорошо. Скорость. Опа, я пробежал. Опа, хорошо стартанул. Первые точки есть. О, великолепно, а? Внимание! Вот это да! Да, просто не могу поверить, а! Я решил пробежать. Давайте. Вот это да. Молодец. Давай, дружище, мы тебя поддерживаем. Давай. Быстрее. Whoa.
вот это да, вот это прыжок. Побежал, побежал, побежал. Препятствие за препятствием просто преодолевает. Вот это настоящий паркур, это я называю. Хорошо, хорошо, хорошо. Оп. Паркур и главное безопасность. Дорогие зрители, давайте поддержим город Казань. Уже побежал. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Ребята с оператором. Давай, 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 давай. Отлично. Как мы здесь, а? Обратите внимание, ребята. Мы тут все собрались, а? Просто как здорово. Как вода. Все мы здесь. Хорошо, хорошо. И... Сегодня собрались. Есть первый старт, есть бегать. Я хочу, не хочу, не хочу. Вторая точка. Сейчас ты бегай, я говорю, на финалах не бегай. А, я уж сдохну к этому времени. О. Так. Я уже побежал к тому. Во-во-во, вот это да. Аккуратно, аккуратно, оп. Просто за ним листья просто взлетают, да? Вот это метеор просто. Вторая точка. Да, сегодня. Давай. Сверху решил первое препятствие. Пролезет финиш. Борис затонул. Добежала до первой контрольной точки. Уже добралась второй. И направляется к финишу. Осталось совсем чуть-чуть. Waterfalls on my chest, I mean cool. I got too many columns, I should've no call. Yeah, they can invest in the south. Number one, what's up? Right here with a fine push, can you do it? Он побежал прямо под бревном. Решил выбрать такую тактику. И ей придерживался вот эту скорость. Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, 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 давай! О, побрился для обтекаемости. Сегодня мы занимаемся паркуром в городе Казань. Не забываем про это. Не забываем. Сегодня суббота.
только не сломай площадку, ладно? Саша, чтобы она меня не сломала. Максим стартанул. Замечательно. Первая точка у него позади. Ух, вторая точка. Поддержим! Ногой также она зафиксировала. Ногой. Отлично. Вопросы на высоту. Вот он! Бейсход. Все, стартанул. Александр, молодец. Главное, тебя видно. Хорошо. Давай, его все поддерживают. Давай. Прослушал. Давай. Astro. Ай-яй-яй-яй-яй. Yeah.
Мы продолжим, несмотря на что. Звучал марш. Все болеют за Казань, все зрители. Быстрее! Но в любом случае мы тебя поздравляем. Спасибо. И желаем удачи в финале трани. Все, давай. Да. А вот это у нас с вами. Давай не зазнавайся. Да ладно, начало. Всего лишь восьмерка. Ну вот именно. От души, в натуре четко. Вот этот в особенно сером. Молодцы. Тренироваться надо, дружище. Ты прошел? Нет. Вот. Тренироваться? Спасибо, надо. Бля. Поддержала. Как тебе вообще? Какие эмоции? Что? В спидран или в целом неделя? Ну, вообще в целом спидран неделя. В целом спидран классный. Площадка классная, она вот прям вот для этого как раз. Ноги только болят, вот икры меня бесят, меня и галики, я их берегу. Но а что ты делаешь для того, чтобы они тебе не болели? Растягиваю, игры растягиваю, не помогает. Ну, с галиками чуть помогает, но я потом его опять ушатываю. Я буду топить, но не знаю, получится ли у меня выиграть. Вряд ли, наверное. Ну, посмотрим, буду стараться. Он начинает. Хорошо. Бежит по камушкам. Дотрагивается до первого. Контрольные точки. И хорошо. Вот это манка. Вот только так смотрите. Что-то это жесть какая-то вообще. Это был Кузнецов. Внимание, Казань, город Казань, давайте поддержим. Ты подожди, пока расслабься. Ты можешь отпустить столб пока. Ё, убежал. Есть, давай, давай. Всем, всем, брат, давай, движуху, движуху. Ускоряйся, ускоряйся. Это мумер, капец. А? Да. Поехали. Камни преодолели. Хорошо. Обратно. Вы только посмотрите, как двигается этот парень. Давай, давай. Хорошо. Просто по красоте двигается. Давай, давай, давай. И он на финишной черте. Финишная прямая. Давай, давай, давай. Дерево! Есть! Есть, да-да-да. Ну, посмотрите. Это жестко, ребята. На марш. Точно марш. Совершенно необычная тактика. Давай, давай, давай.
Че, Макс, ты че? Управляется. Финишу! Ай-яй-яй-яй, три. Ускоряйся! Ускоряйся, поддерживают его наши ребята. Аккуратно, аккуратно, давай-давай-давай. Не сдавайся. Беги до конца. Растик, давай. Все хорошо, хорошо. Красиво бежит. Хорошо. Бегает до команды. Три касания. Ассоциации паркура при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, компании «Татнефть», дирекции парков и скверов города Казань и общественной организации развития молодежи Республики Татарстан. Романов Владимир, город Новосибирск. Второе место. Представитель города Казань. Горбунов Андрей. Ну а победителем сегодняшних соревнований в дисциплине спидран первое место достается Максиму Дорофанову! Давай, Максим, залезай на первое место. И этот человек занял первое место, да? Которые хотят заниматься паркуром. Все, а что они делают? Все потихоньку собираются на просмотр. Red Bull. Я не натренился. Ты не натренился? Нет, конечно. Я же не выиграл. Если выиграл, то натренился. О, Расти, правильно говорит. Ну что, пацаны, кто к этому стремится? Поднимите руку. Ну, типа, своими фишками, да? Последний день недели паркура, еле идем. Ноги заплетаются. Раз, два, три. Не зря в армии служил. Левый. Раз, два, три.